Родители-рекордсмены. Всероссийская премия «Родительский рекорд», учрежденная руководителем фонда поколения Андреем Скотчем в 2011 году, нашла своих очередных обладателей. Четыре многодетные семьи из Великого Новгорода, Костромы, Кемеровской и Белгородской областей разделили между собой призовой фонд в 15 миллионов рублей. Торжественное вручение состоялось в Старом Осколе. С победителями познакомился Григорий Миронов. В следующем году Владимир Факеевич и Нина Сергеевна из Костромы отметят 40 лет совместной жизни. За эти годы Алексеевы родили на свет и воспитали 17 дочерей и сыновей. Родители с гордостью отмечают, ни один ребенок ни ясли, ни детский сад не посещал. Смысл жизни какой-то. Мы действительно детей не просто рожали, воспитывали их, по ним видно даже все это. Они учатся, кто-то институт закончил, кто-то учится еще, кто-то в школе хорошо учится. В семье Семерниных из села Никольского Белгородской области 15 детей. Своих у супругов всего двое, остальные приемные. У жены была всегда в душе такая мечта, и потом она все время с детьми работала. От семьи забирают там детей, и вот она там работала воспитателем. И все, они ее начали мамой называть. И так началось. Сначала 8 взяли. С одной стороны непривычно, а с другой стороны уже сколько лет, уже как-то это... И не замечаешь. Просто как обыденная жизнь. Глава области искренне поблагодарил родителей рекордсменов. Именно благодаря таким людям растет и крепчает мощь нашего государства. Уменьшается количество детских домов в целом Российской Федерации и в том числе и в Белгородской области. А те дома, которые остались, они уже, к счастью, становятся малокомплектными. Мы это наблюдаем в том, как все больше и больше детей, сирот детей, усыновляются другими родителями. И это все сказывается на том, что наши дети, наши семьи находятся под пристальным вниманием государства. Фонд премии разделили между собой четыре семьи из самых разных уголков нашей страны. Каждая получила по 3 миллиона 750 тысяч рублей. Я испытываю чувство радости, испытываю чувство гордости. Мне очень приятно, что я смог отдать свое уважение многодетным родителям. Это очень ответственные люди, это очень смелые и очень сильные люди. Я считаю, именно с таких надо брать пример. В этом году в адрес организаторов конкурса поступило больше 150 заявок со всей России. Все эти семьи могут стать соискателями следующей премии. Впереди целый год, и вполне вероятно, что у многих из этих родителей появятся еще дети. Григорий Миронов, Сергей Кириченко, новости Мира Белогорья.